Митчелл? Таннер, подтверждаю получение. Подтверждаю. Уайт арестован. М и Бонд начинают допрос. Первый кабинет. Вы скажите, на кого работаете? Давно мечтал с вами познакомиться, Бонд. Я столько о вас слышал от Вестера. Знаете, что меня гложет? Не покончи нас с собой, мы бы захватили ее. Думаю, ради нее вы бы пошли на все. Мистер Уайт, вы знаете, что это не Англия, и Бог знает, где вы окажетесь завтра. Вы расскажете нам обо всех, с кем работаете. И чем сильнее это затянется, тем будет больнее. Вы должны знать, что своих людей мы внедряем повсюду. Не правда ли, Митчелл? М, бегите! Мэм, как вы? Убит наш агент. Уайта тоже стреляли. Стрелок Митчелл, он сбежал. Простите, мэм, вы сказали Митчелл? Да, Митчелл, мой охранник. Сообщите шефу бюро в Сиене. Митчелл нас предал, за ним идет Бонд. Митчелл не должен скрыться, его надо взять. За воротами!
Твою мать! Спящий один. Транспорт подбит. Направляюсь пешком ко второй точке. Дельта, ответьте. Спящий, это группа Дельта. Отряд на позиции. Прием. Дельта, прикройте, Бонд прорвался. Остановите его. Вас понял, прием. Спящий, это Лис один. На второй точке сверху все чисто. А вот и он. Мы его видим. Митчелл только что срезал путь через рыночную площадь. Таннер, где он? Направляется к башням? Подтверждаю. Он направляется к колокольням. Вон, вы не на той стороне улицы. Перейдите дорогу.